Так, это Марс. 10 апреля 2020 год. Харьков, 5 часов 13 минут по Киеву. Удивительно, откровенно. Заоблаченные. Без подумывания слова. Небо. Визуально ощущение, что гораздо хуже видно, чем вчера. Марс. А фотоаппарат его нашел, увидел, разобрался, даже как-никак сфокусировался. Ладненько, пошли посмотрим наш парад планет. И как у нас прекрасно деревья для ориентира стоят. В правом верхнем углу Юпитер. В комментариях спрашивают, как Юпитер найти. На юго-востоке. На юго-востоке. Сейчас с утра весной 20-го года встает Юпитер. Вот он. За ним сейчас встает Сатурн. Вот он. И за ним сейчас встает Марс. Вот он. Так, наводимся на Сатурн. Даже в кадре видно облако серое через весь экран. Слева направо, сверху вниз. Тем не менее, фотоаппарат. Ай-яй-яй. Различают наши планетки. Три планеты в одном кадре. Так, это Сатурн. А, видит, он его видит, но он не может сфокусироваться четко. Да, совершенно не видно колец Сатурна, жаль. Вчера было гораздо лучше. Ну, значит, зафиксируем сегодня просто как три планеты. Ну, конечно, четыре. Что-то я все время Землю не учитываю в этом перечне. Так, ну и Юпитер. Как ты себе покажешь? Точно так же, да? Никаких резкостей. И даже спутников не видно галилеевых. Да что ж. Да, не видно галилеевых спутников. Жаль. Ну, ладушки, по крайней мере,
увидели три планеты в купе. Ну и бонусом Луна. Да, фотоаппарат просто мощнейший. Сантиметров на 20-30 выползает вперед объектив. И тренога просто на штатив, ножки уходят в сырую землю. Как былинный богатырь. Как ноги былинного богатыря перевешивает камера. Опа. А, это же Луна садится. А Яр настраивает, что наверх будет подниматься. Ну, это же у нас утро. Так, до Марса 220 миллионов километров посмотрела на данный момент, да. Сатурна 1,5 миллиарда. До Юпитера 700, по-моему, с чем-то. А, это облачко. Уже наш Марс с Юпитером, Сатурном закрыло совершенно. Вовремя я снял хоть что-то. Да, красноватая, откровенно Луна. Просто откровенно красноватая. Видимо, из-за этой взвеси облачной. И четкости, конечно, такой нету. У кратеров, как в безоблачное небо, при безоблачном небе. Ну, что есть, то есть. Да, совсем размытое все в кадре. О, тихо. И Аристарх. Белый Аристарх. Кратер. Опять его под утро развернуло вверх куда-то. Да, ощущение такое, что Луна маятником влево-вправо качается. Сейчас попробую еще Юпитер снять. Пока его хоть чуть-чуть видно. Так, где это у нас? Вон они, три дерева, вот этих. Три тополя. Ха. Уже не
никак. Ну да, Юпитер. Да, вот в комментариях, как его найти, Юпитер, он тупо самый яркий сейчас. Сейчас уже на небе звезд не видно, светло, в смысле звезд, планет. Единственная различимая точка светящаяся. Это и есть Юпитер. Он, по-моему, идет четвертым по яркости после Солнца, Луны и Венеры. Но Венера сейчас вечером прячется. Да. Конечно, так себе. Ну, что-то, кстати... О, я даже спутники различаю. Мутненько, но есть. Сейчас у нас правый спутник, это Ганимед. Ганимед, потом идет Европа, потом Ио, и слева от Юпитера должен быть Каллисто, который, как всегда, наименее яркий. Его, ну, по крайней мере, на этом экранчике я не вижу. Слева должен быть от Юпитера единственный спутник, это Каллисто. Если на мониторе будет видно на большом экране. Это мой Юпитер, ты прыгаешь, значит, ты не прав. Все. А вот он ты. Давай же, давай, встань. Хорошо как-нибудь встань. Ну да, просматривается еле-еле душа в теле спутнички. Но это, конечно, не то пальто. Лады, смотрим еще разок. Ну, сейчас. Да, Каллисто я не вижу слева. Четыре спутника, которые впервые увидел Галилей в свой телескоп. Там уже и светло, и облака. Наводимся на Луну. Да где ж ты? Что тебе влево все время клонит? Луна пошла налево. Да, вот сейчас уже полнолуние прошло. Начинается. Тень наползает на Луну справа. И куда более рельефными кратеры выглядят. Может, сейчас как раз и пройтись по обрису. Что-то я переборщил.
Да, игра света и тени. Во что они играют, я не знаю, но выглядит это классно. Все, а там уже и Юпитер даже за облаками спрятался. Ну что ж, будем считать, удачно вышел. О, Платон. Милости прошу до нашего шалашу. Абрис Луны. Колебания воздуха создают впечатление, что это на Луне атмосфера колеблется. Но нет. По вполне достоверным сведениям, никакой атмосферы на Луне нет. Никакая атмосфера вся на Земле. Особенно учитывая сегодняшние облака. Из-за карантина, из-за работы, то из-за того, что меньше предприятий работать стало, воздух стал чище, но зато у нас появились облака. Ладненько. 10 апреля 2000. Двадцатый год. Абрикос цветет. Есть видео у меня, где в 17 году на все эти цветущие абрикосы выпал снег. Был снегопад именно 6-19 апреля.